Титовский Василий Викторович, президент Федерации тхэквондо ФТ Новосибирской области, черный пояс, четвертый дан. С 1999 года был небольшой перерыв в связи с автомобильной аварией. Далее спасибо моему тренеру Тихону Виталию Александровичу, который вовлек меня обратно в тренировки и в тренерство, благодаря которому у меня был сложный процесс восстановления после аварии. И теперь я продолжаю его дело, которое стало мне родным и уже своим. Федерация тхэквондо МФТ России меня привлекла организация, отношение к тхэквондо, отношение к спортсменам, отношение к наставникам. Все регионы помогают друг другу, дружат друг с другом. Руководство Всероссийской Федерации тхэквондо МФТ выстроило политику таким путем, чтобы было максимально комфортно всем. При этом создан огромный набор инструментов для ведения тренировок. Создана система семинаров, благодаря которым мы укрепляем свои знания, подчеркиваем новые знания. Создана система аттестации с книжкой «Путь к успеху», где каждый ребенок имеет возможность для самостоятельной подготовки. Разработана система дошколят, выстроена грамотная, компетентная работа судейского корпуса. К примеру, 1000 человек можно прогнать за 6 часов без единого протеста. Также существуют всероссийские этапы сборов, подготовки основной сборной чемпионата мира и Европы. Все это создано благодаря огромной командной работе, во главе которой стоит наш руководитель, президент Ласкас Синс Силфидис, достаточно грамотный, умный руководитель, за которым мы все следуем и берем пример для своего подражания. Когда пришло время, я узнал о существовании Всероссийской Федерации от нашего предыдущего руководителя Игоря Валентиновича Кнецова. Благодаря ему я смог реализовать себя как старший тренер сборной НСО. Далее вся предложенная система Всероссийской Федерации тхэквондо МФТ дала нам массовость клуба, а от массовой уже начало появляться качество. Поработав со сборами в течение 2-3 лет над качеством, принесло свои плоды. На национальном чемпионате страны наши спортсмены вошли в основной состав национальной сборной и стали приводить медали с чемпионат мира и Европы. Год назад меня назначили новым руководителем региона, где стратегически для региона мы уже сделали достаточно многие положительные шаги, благодаря той команде, которая сформировалась в течение 5 лет. В каждом клубе у нас порядка от 50 до 150 человек. Самый большой клуб – это клуб «Звездный», там более 350 человек. Общая численность федерации – более 1000 человек. Развитие, процветание, душевного спокойствия, эмоционального контроля. Идти всегда вперед, не останавливаться на поражении, помнить, что всегда есть единство, команда и дух.